В эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Не допустить оттока специалистов, как государство и регион помогают IT-компаниям. Разговоры о духовном. В библиотеке Маяковского прошла встреча с доктором богословия, протоиереем Григорием Григорьевым. Улица спорта «Здоровая нация». Сорок присоединился к региональному проекту. Далее расскажем обо всем подробно. Почти 100 человек 2 часа тушили пожар в Мордовском заповеднике. По данным республиканского МЧС, 15 августа в 15:26 от дежурного Минлесхоза Мордовии поступило сообщение о том, что в Темниковском районе горит лес. Очаг находился в районе 372 и 373 кварталов заповедной Мордовии. К месту инцидента оперативно выдвинулись сотрудники заповедника и местного пожарно-спасательного гарнизона. На месте выяснилось, что загорелась лесная подстилка. Очаг пожара окольцевали и проложили минерализованные полосы. В 17:40 пожар был локализован. В его тушении приняли участие 95 человек и 19 единиц техники. Угроза распространения ликвидирована. Кроме того, пожар произошел и в Нижегородской области. В Воротынском районе горят 110 гектаров леса. С огнем пытаются справиться более 100 пожарных и 50 единиц техники, но пока победить не удается. Нижегородские айтишники, уехавшие за границу, начали возвращаться обратно. Это происходит в том числе благодаря беспрецедентной поддержке от государства, которую получают нижегородские компании. Об этом рассказал министр информационных технологий и связи Александр Синелобов в прямом эфире Центра управления региона. Подробности далее. Более 96% населения в нашем регионе имеет доступ к скоростному интернету. Доступ к голосовой связи имеют 98% нижегородцев. По-прежнему есть проблема в малых населенных пунктах, где живет около 100-200 жителей. Чтобы решить этот вопрос, в области запустили федеральный проект «Устранение цифрового неравенства». Мы строим базовые станции именно в таких населенных пунктах, где нет связи. И эти базовые станции сразу обеспечивают покрытие как 2G, связи, так и 4G. По сути, проект достаточно уникальный, но в этом году нам пришлось его притормозить в связи с тем, что сейчас наблюдается некий перебой с поставками оборудования, телеком-оборудования, прежде всего, да, от компаний, которые сейчас находятся в недружественных странах. Вопрос все-таки удалось решить, и сейчас в области планируют построить вышки в 33 населенных пунктах. В следующем году еще 33 деревни будут покрыты сотовой связью, включая высокоскоростной интернет. Кроме того, министр затронул и кадровый вопрос. Технологии стремительно развиваются, и знания, полученные 5 лет назад, сегодня уже устаревают. Специалистам, работающим в этой сфере, требуется постоянно актуализировать навыки. Поэтому в области сейчас чувствуется дефицит хороших кадров, хотя регион занимает первое место среди нестоличных по доле айтишников. В этой сфере трудится около 35 тысяч человек. И этого ресурса, несмотря на все ограничения, которые сейчас есть, да, по-прежнему не хватает. У нас на самом деле много проектов, которые направлены как раз на восполнение этого дефицита, на подготовку айтишников как с точки зрения краткосрочного периода времени, да, когда мы здесь сейчас осуществляем профессиональную переподготовку, содействуем организациям, предоставляющим дополнительное образование. Кроме того, в области выстраивают и долгосрочный трек подготовки IT-специалистов со школьной скамьи. Уже есть договоренности с несколькими крупными компаниями в этой сфере. Например, федеральный проект «Университет 2035». Там можно получить образование в области искусственного интеллекта уже здесь и сейчас, а федеральное правительство компенсирует большую часть стоимости обучения. Кроме того, через портал госуслуг можно записаться на различные курсы. Также министр рассказал о мерах поддержки IT-компаний. Наверное, самое значимое – это, прежде всего, пониженная ставка по упрощенной системе налогообложения. Она снижена в Нижегородской области до 1% от доходов по схеме налогообложения от доходов, да, и до 5% вместо 15% по схеме налогообложения дохода минус расходы. То есть это достаточно одна из самых низких налоговых нагрузок. Притом эта налоговая нагрузка, сниженная налоговая ставка распространяется на все компании, которые входят в IT-сектор. Также действует возврат 50% от НДФЛ, если компания переводит свой персонал в наш регион. Запущена льготная ипотека для айтишников и маркетплейс по импортозамещению программного обеспечения. Информацию обо всех мерах поддержки можно получить в чат-боте Министерства информационных технологий и связи области.
Во всех регионах начала работу тематическая горячая линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей. До 26 августа специалисты Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы о качестве и безопасности детской обуви, одежды, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, детского питания. Все номера телефонов можно найти на сайте ведомства. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Очередная программа туристического кэшбэка стартует 25 августа и продлится до 10 сентября. С ее помощью можно вернуть 20% от стоимости поездки по России, максимум за одну оплату 20 тысяч рублей. Если поездка на Дальний Восток – 40 тысяч рублей. Воспользоваться программой можно неограниченное число раз. Оплатить поездку нужно онлайн на сайте туроператора, отеля или агрегатора, участвующего в акции, и обязательно картой МИР. Минимальная продолжительность поездки – от 4 дней и 3 ночей. Кэшбэк начисляется как при покупке готовых туров, так и при организации самостоятельно путешествия или бронирования отеля. Коронавирусная инфекция вновь поднимает свою голову. Регистрируется новый подвид штамма омикрон – штамм кентавр, который более заразен, чем другие варианты омикрона. Рост заболеваемости и появление новых мутаций связаны с низким темпом иммунизации. Крайне важно достичь высокого процента коллективного иммунитета, напоминает КБ номер 50. Для ревакцинации от коронавируса можно использовать только первый компонент вакцины «Спутник Ви». Первая доза абсолютно идентична вакцине «Спутник Лайт». Введение второго компонента не требуется, но гражданам старше 60 лет медики рекомендуют проводить ревакцинацию и первым, и вторым компонентами вакцины «Спутник Ви». Это позволит сформировать более высокий уровень защиты. Записаться на вакцинацию можно на портале пациента и по телефону Единой справочной службы 95511. Саровский драматический театр представил афишу на новый сезон. Откроет его премьера «Сказка для взрослых» по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Также в сентябре зрители увидят еще один новый спектакль – трагикомедию «Фантазии Фирятьева». Кроме того, в афише для взрослых «Боинг-боинг» и «Охота жить». Детям актеры покажут сказку «Не хочу быть собакой» и историю про Петсона Финдуса. Театр «Кукол-кузнечик» также начнет сезон с премьеры. 17 сентября малыши увидят принцессу Крапинку или подарок колдунья Кебе. Билеты уже онлайн на сайте театра. В библиотеке имени Маяковского в рамках клуба любителей православной книги прошла творческая встреча с Григорием Григорьевым, доктором богословия, писателем, врачом и священником. На мероприятии он представил цикл книг «Ветер радости». Протоиерей Григорий Григорьев, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках, Выборгской епархии Ленинградской области, личность неординарная и разносторонняя. Священник выступает не только как клирик православной церкви. Отец Григорий – психотерапевт, психиатр-нарколог, доктор медицинских наук, доктор богословия, заслуженный врач Российской Федерации, член Союза писателей России. В сфере медицины отец Григорий занимается зависимым поведением, лечением алкоголизма и наркомании. И именно работа врача привела его к необходимости стать священником. Занимаюсь зависимостями с 1975 года. И за это время у меня было пролечено более 130 тысяч больных с разными зависимостями. И многие из них пришли в храм. То есть в чем смысл? Вот проводится медицинское лечение, и кто-то идет в храм, кто-то не идет в храм. Потом мы наблюдаем эффективность, сравниваем качество этой ремиссии. Ну, то есть можно не пить и радоваться жизни. То есть моя задача – научить людей радоваться, естественно, путем. Такую задачу отец Григорий поставил и в своих произведениях. Как быть счастливым? На этот вопрос священник отвечает в цикле «Ветер радости». Сам автор определяет свои произведения в жанре «Личный эпос». Это и фикшн, и нон-фикшн, и автофикшн, и здесь включены и автобиографичные фантазии. Это реальные события, которые переосмысливаются иногда в мистическом, фантастическом, сказочном варианте. И все это смешано с абсолютной реальностью. И задача этого жанра заключается в том, что в этом слове находится энергия эпохи. Саровским читателям отец Григорий представил две книги цикла. Первая – «Городокское приволье». Это лучшие воспоминания детства священника. А в произведении «Что приносит нам сны» второй книги «Ветра радости» автор рассказывает о времени своего обучения в военно-медицинской академии. После презентации протоиерей Григорий Григорьев ответил на вопросы публики о вере и духовной жизни. Несколько экземпляров своих книг цикла гость подарил библиотеке имени Маяковского. Взять их можно будет в отделе духовно-нравственной культуры. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.
Молодежный центр объявил набор на новый учебный год. Среди направлений в этом году и уже знакомые, и несколько новых. Подробнее о программах, которые предлагают детям и молодежи, расскажем в следующем репортаже. Театральный клуб «Зеркало» и студия «Театралка», клуб молодой семьи «Семья», ивент-команда. В этом году давно работающие объединения молодежного центра открывают свои двери для новых участников. Кроме того, можно в новом учебном году присоединиться и к школе КВН. Это относительно новое объединение, существует всего год, но за это время ребята уже успели провести несколько игр на городском уровне. Влиться в дружную команду веселых и находчивых могут саровчане от 14 до 35 лет. Нельзя научить чувство юмора, я считаю. Но вот на наших собраниях, на наших, так скажем, занятиях, можно назвать так, мы говорим про эту игру, мы говорим просто про юмор, мы учимся юмору, мы учимся придумывать, мы учимся играть, мы организуем игры, мы организуем команды, в общем, все, что связано с юмором, я не назову это узко КВН, да, все, что связано с юмором, но и КВН, в частности, мы стараемся изучить эту игру и научиться в нее играть, научиться шутить, придумывать шутки, вести себя на сцене. Педагог Игорь Буряков – КВНщик со стажем. Играть начал в 2009 году во время учебы в Томске, играл за местную команду. С ней он дошел до первой лиги. Свой опыт Игорь теперь передает ученикам. У нас есть несколько команд, есть одна большая сборная команда. Конечно, мы хотим больше, потому что КВН – это зависит все от команды. Чем больше команд, тем интереснее игры, тем интереснее нам всем. Поэтому мы ждем еще больше команд из разных направлений, поэтому приходите обязательно. В этом году молодежный центр открыл несколько новых направлений, в том числе и оздоровительное. Это плавни с мамой и микс-дэнс – студия современного танца. Занятия хореографии помогут развить пластику тела, координацию движений, улучшить осанку и чувство ритма, придать уверенности в себе и повысить самооценку. Программа обучения входит в занятия классической хореографии, также танцевальные, современные танцевальные направления, занятия бальными танцами, общая физическая подготовка. Ну, в общем, будем экспериментировать, ставить номера – потом попробуем выступать с этими номерами. В общем, думаю, будет весело. Хореографическая подготовка приветствуется, но это не обязательное условие. Главное – желание заниматься танцами. В студии будут рады и мальчикам, и девочкам от 12 лет. Научить танцевать можно любого абсолютно человека, было бы желание. А опыт работы у нас огромный, поэтому любой желающий может научиться абсолютно любым движением, было бы желание. Узнать подробнее о новых направлениях, пообщаться с педагогами и записаться в объединение молодежного центра можно будет на дне открытых дверей 23 августа. Начало 18 часов для лиц старше 6 лет. В нашем городе появилась площадка для бесплатных занятий брейк-дансом. Ее создали в рамках регионального проекта «Улица спорта. Здоровая нация». Азы энергичного уличного танца на центральном поле ИКАРа будут преподавать по вечерам два раза в неделю. Подробности далее. Ловкие движения, четкий ритм, динамика и драйв. Брейк-данс завораживает невероятной эмоциональностью и энергичностью. Этому направлению уличных танцев уже более 50 лет. Спортсмены, практикующие его, имеют отличную физическую форму, так как выполнение сложных акробатических движений требует особой подготовки. Антон Козлов увлекся брейк-дансом более 10 лет назад. Спустя годы интерес к такому зрелищному направлению уличных танцев у него стал только сильнее. Как ни странно, занимался боксом, и у меня был тренер, который раньше занимался брейкдансом, а потом занялся боксом. Вот, собственно, я проявил интерес, как бы записался, но здесь не было таких профессиональных преподавателей. Ребята занимались сами, кто что увидел там из интернета. И, соответственно, вот, уехал в Нижний учиться, там продолжил. Вернувшись в город, Антон решил развивать здесь это направление. Азы брейк-данса мужчина преподает как детям, так и взрослым. В начале лета Антон познакомился с региональным проектом «Улицы спорта. Здоровая нация». Решил принять в нем участие и подал заявку. Ее быстро одобрили. Так в нашем городе появилась площадка для бесплатных занятий брейк-дансом, курировать которую будет Антон Козлов. Но я как бы на энтузиазме и... как бы любитель активности, подал заявку, но он писал, что я могу быть вот куратором площадки брейкданса. Вот. У них были такие, как бы, они искали кураторов площадок, я подал как куратор площадки брейкданса. Меня приняли, вот, соответственно,
провожу теперь в рамках улицы спорта, в рамках этого проекта, вот занятия бесплатные. Прийти на занятия могут как новички, так и те, кто уже знаком с этим танцем, пояснил Антон. Каждый может найти здесь что-то свое, подтянет физическую форму, откроет для себя новое направление или усовершенствует старые навыки. Тренировки будут проходить 2 дня в неделю, в понедельник и в среду с 19 до 21.00 до конца августа на центральном стадионе ИКАР. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пионова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.